Минусовая температура за окном не остановила смельчаков провести массовое обливание холодной водой. Около 60 морозоустойчивых улан-удэнцев присоединились к международной акции «Быть здоровым – это модно». Пообщался с ними наш корреспондент. Мужчины, женщины, дети. Их не остановили ни февральские холода, ни поздний вечер. Более 50 жителей Бурятии присоединились к международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым – это модно». Прекрасно, замечательно. Бодрость духа, быть здоровым – это модно. А почему вообще решили принимать участие? А потому что мы веселые ребята, и нам ничего не страшно. Здорово, все хорошо. Быть здоровым – это модно. Круто. Впечатляет и география флешмоба. Под общим флагом Российской Федерации одновременно ледяной водой себя окатили 5000 человек из 35 регионов России и 5 стран Ближнего Востока в формате телемоста. Среди участников как новички, так и опытные любители моржевания. Просто один раз попробовали, нам это понравилось. И вот и теперь каждый год так делаем. Мы постоянно обливаемся, постоянно купаемся в проруби. Так что обливайтесь с нами, это круто. Есть и участники, которые пришли на акцию впервые и нисколько не пожалели. Мне 75 лет. Я не знала, что такое существует. Мне очень понравилось. И я решила, что я обязательно приду. И вот я это сделала. Я очень рада. Мне понравилось. Здорово. Просто класс. Закаляйтесь, занимайтесь спортом, делайте зарядку ежедневно, ходите, прогулку, бегайте. Быть здоровым – это модно. В ежегодном флешмобе Бурятия участвует третий раз. С каждым годом любителей зимнего экстрима становится больше. Анна Владимирова, Татьяна Костыгова, Александр Лупсанов. Вести, Бурятия.